За российских спортсменов очень интересная пара, которая фактически совсем недавно катается вместе. Больше того, текущим летом, уже минувшим, к сожалению, летом. Я так привык, что лето длится и продолжается, а оно уже завершилось почти пару месяцев как. Так вот, в начале лета Кристина Астахова рассказала, что предложение Алексея о совместном катании оказалось для нее неожиданным. Она фактически в конце апреля прошлого года получила от нее письмо, в котором без долгих предисловий был поставлен вопрос: будешь ли нет кататься со мной в паре? Вот так вот. Кристина согласилась, и уже в прошлом году они покорили публику своими программами и сейчас пытаются сделать примерно то же самое. Итак, смотрим. Кристина Астахова, Алексей Роганов. В присутствии Артура Дмитриева. Интересно, зачтут ли как полноценный каскад из трех прыжков арбитры. Да, 3-1-2 в итоге пока идет зачет.
сожалению, не все получилось у российских спортсменов по ходу этого проката. В особенности первая половина программы вышла здорово смазанной. Тут и подкрутка только второго уровня. Говорю только потому, что российские спортсмены приучили нас к тому, что подкрутка, как правило, очень хороша. И Сальхов оказался параллельным, только двойной еще арбитры слегка его отминусовали, так что прибавка получилась совсем крохотная. Поддержка, в которой уже раз, помните, да, в прошлом году, когда Алексей Кристин вытянул только со второй попытки, и тогда остались, в принципе, без элемента спортсмены, сейчас на хороший минус исполнено. Но после того, как закончилась хореографическая дорожка шагов, последовали два выброса, и это вселило в наших фигуристов уверенность, и вторая часть программы прошла уже на значительно более высоком уровне. Конечно, к сожалению, о каких-либо рекордах, в том числе и личных, для наших спортсменов говорить не приходится. Ну что же, тот самый блин, о котором мы говорили вчера, вновь оказался комом. Пусть Skate America нынешнего сезона останется самым неудачным прокатом для Кристины Астаховой и Алексея Роганова. Такой длинный заход, да, и Кристина сдвоила. Как следствие, только двойной, да еще отминусованный. В общем, прибавка получилась чуть больше 1 балла. Стартовый каскад 3-1-2, тоже на хороший минус. Минус 2 поставили арбитры. В общем и целом, не только могут и должны, но и обычно, в том числе и на тренировках, Кристина с Алексеем катаются лучше. Постановка поначалу, мне показалось, будет очень интересной, но за счет того, что сам прокат вышел не слишком четким, пока такого впечатления, как прошлогодний «Мастер и Маргарита», эта программа не произвела. Все-таки надо чисто катать. Артур Дмитриев, на ваших экранах, получил американскую визу, приехал в Милуоки. Но оценки, к сожалению, очень низкие. Даже смотрите, и техникой, и общей оценкой за произволку они проигрывают американцам.